Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана Волкова. Я рада вас приветствовать либо у себя на канале на YouTube, либо у меня на сайте мир-лановы.ру. Сегодня я на время прерву свою игру «Бисер» и буду вам рассказывать о работе в программе Krustich Pro. И рассказывать я вам буду о том, в какой же программе Krustich Pro можно сделать органайзер для вашей схемы. Кстати, совершенно недавно, по крайней мере не так давно, я рассказывала, какой органайзер каждой схеме можно сделать в программе PattermMaker с помощью проекта «Схема». Кто не смотрел и кому будет интересно, я дам ссылочку под своим видео. А сегодня мы будем разбираться с органайзером в Крусе. Я как-то уже упоминала про органайзер в Крусе в своем давнем уроке по печати. Это было давно, и совершенно недавно у меня опять-таки спросили, как же здесь можно работать с настройками. Я основательно разобралась и решила сделать урок. Возможно, кому-то это тоже нужно будет. И сразу говорю, я вам расскажу, какой можно сделать органайзер с точки зрения Дэйва Петерса, как он видит его, а потом я вам расскажу, какой органайзер создала я на основе того, что придумал Дэйв Петерс. Конечно же, такой крутой, как в PattermMaker, этот органайзер не получится, потому что не так много настроек. Но, тем не менее, кое-что здесь можно тоже придумать. Кстати, совершенно недавно в этом месте было обновление программы. Изменилось окно по настройкам в программе Krustich Pro, где, кстати, находится эта волшебная кнопочка. Находится она в меню файл. Кликаем на опцию «Печатать органайзер». Так вот, что здесь изменилось? Появилась вот такая вот настроечка. Максимальное количество нитей на отверстии. Поэтому в связи с этим изменением, прежде чем работать с органайзером, чтобы эта опция корректно работала, чтобы она вообще работала, что нужно сделать? Нужно обязательно предварительно зайти в меню информации и посчитать длину нити. И если вы будете потом что-то делать с вашей схемой, как-то изменять, обязательно пересчитывайте количество нитей. Здесь делайте соответствующие настройки и кликайте на кнопочку «Рассчитать новую длину нити». И у вас появляется вот такая вот панелька с подсчетом расхода нитей. И, кстати, только после того, как вы это сделаете, расход нити появится в вашей распечатке. До этого он появляться не будет. Урок по расчету расхода нити у меня тоже есть. Ну и вот после того, как мы просчитали расход нитей, мы можем создавать свой органайзер. Итак, меню файл, кликаем «Печать органайзер». И далее мы будем разбираться по порядку, начиная с первой вкладочки. Итак, кликаем на первую вкладочку. И, как вы понимаете, здесь можно что-то написать в нашем верхнем колонке. Итак, я написала просто органайзер. Кстати, как вы понимаете, здесь можно выбрать shift, размер шрифта, цвет шрифта, фон для шрифта, стиль для шрифта и выравнивание для того, всего того, что вы пишете. Причем выравнивание будет относительно целого листа. Итак, я написала органайзер. Далее, что здесь можно настроить? Здесь можно настроить, где же будет у нас печататься все то, что мы здесь написали. Позиционно. Итак, название органайзера у нас будет печататься, начиная по координатам. 2 см отступ слева и 15 мм отступ сверху. В общем, здесь это можно все дело регулировать. Далее здесь можно регулировать количество копий, и далее здесь можно выбрать ориентацию. Так вот, по мнению Дэйва, лучше брать альбомную ориентацию. По моему мнению, лучше брать, конечно же, книжную. Оставляю я альбомную ориентацию, потому что все настройки у него сделаны соответственно этого. Далее кликаем на вторую вкладочку. В второй вкладочке все те же самые настройки, что и в первой. Но я напишу, на всякий случай, что-то в нижнем колонтитуле, чтобы мы посмотрели, как это все дело выглядит. Ну и самое интересное, это, конечно же, третья вкладочка. Вот с третьей вкладочки, как говорится в мануале, надо будет повозиться. Сейчас мы разберемся, что и где здесь можно настроить. И как мы видели, здесь у нас есть, кстати, минусовые значения. Давайте разберемся. Итак, первое, что здесь можно выбрать, здесь можно выбрать тот шрифт, с которым вы хотите работать. Все то же самое. Шрифт, стиль, размер, цвет и так далее. То есть, если хотите навести в этом месте красоту, наводите красоту. Я все оставляю, как у нас здесь есть, по умолчанию. Далее мы должны выбрать все то, что у нас будет печататься в нашем органайзере. Поставить соответствующие галочки. Итак, номера по порядку. Неудобная опция, сразу говорю. Что значит номера по порядку? Это значит, у вас вместо цвета нити будет печататься номер. То есть здесь нет такого, что можно печататься и номер, и цвет. Либо то будет печататься, либо другое. Поэтому это, на мой взгляд, не очень удобная опция. Поэтому я здесь галочку не ставлю. Цветовые патчи. Что такое цветовой патчик? Это вот такой вот квадратик.
И размер его можно регулировать. Вот, смотрите, размер патчи 4 на 4 миллиметра. Мы оставляем 4 на 4 миллиметра. Он будет у нас квадратный. Можно, конечно, делать прямоугольный цветовой патч. Цвет его будет такой же, как и цвет текущей нити. Название цветов соответствует тем названиям, которые есть в программе. Метки для отверстий. Что такое метки для отверстий? Это вот очень несерьезные такие точечки. По-моему, размер этих точечек в 1 пиксель. Такие еле заметные. Я когда распечатала, долго-долго их искала. Но давайте поставим метки для отверстий. Неиспользуемые цвета. Как вы понимаете, если вы хотите видеть в вашем органайзере и неиспользуемые цвета, то ставим здесь галочку. У меня этого здесь просто-напросто нет. И далее мы можем отрегулировать все то, как у нас будет распечатываться по порядочку в колоночку на нашем органайзере. Итак, первая нить у нас будет печататься на расстоянии 40 мм от левого края и 35 мм сверху. В общем, оставляю все как есть. И далее у нас есть настройки по второму смещению. Что это такое? Это отступ одного цвета от другого. Итак, в первом окошке проставляется отступ по горизонтали, а во втором окошке проставляется отступ по вертикали. Если делать здесь какой-либо отступ в первом окошке, то у нас будет смещение цветов лесенкой вниз. Я считаю, что это неудобно. Отступ по вертикали 15 мм. Это вполне нормальный отступ. То есть оставляем все как есть. Далее идет у нас смещение символа. И мы здесь видим как раз отрицательные значения. Минус 10, минус 1. Чтобы разобраться с этими значениями, нужно определиться, где же здесь точка 0. Откуда идет отсчет? Так вот, отсчет идет от номера самого цвета. Что значит минус 10? Минус 10 это значит, что символ будет располагаться в 10 миллиметрах левее от номера цвета. Что значит минус 1? Значит, он будет располагаться на 1 миллиметр выше, чем номер цвета. Ну вот Дэйв вот так решил, что так будет красивее. То есть все минусовые значения значат, что символ, либо в следующем оконце у нас будет регулироваться патч, будут располагаться левее номера цвета. А все плюсовые значения правее номера цвета. Все минусовые значения по вертикали означают смещение вверх. Плюсовые значения означают смещение вниз относительно номера цвета. Ну вот что значит эти самые минусовые значения. И с этими минусовыми значениями я уже игралась, когда создавала свой органайзер на основе вот этих вот настроек по умолчанию. Мы посмотрим на органайзер и увидим, где здесь смещение на 10 мм и где смещение патча на 6 мм левее. И затем у нас остается настройка максимального количества нитей на отверстие. По умолчанию стоит 20 нитей на отверстие. Но я считаю, что это многовато. Я думаю, что 8-10 нитей вполне достаточно, потому что придется делать просто огромное отверстие. Поэтому я поставила здесь значение 8. А вообще, отрез нити, что это такое? Какова его длина? Я задумалась первый раз, когда настраивала эту величину. Но потом догадалась, когда переключила нашу программу на английский вариант и посмотрела, каким образом выглядит вот эта настройка в английском варианте. Кстати, как я рассказывала, на данный момент курс это мультиязычная версия, как переключаться с одного языка на другой, я тоже рассказывала. Ну вот я переключилась быстренько на английский язык, и мы посмотрим, как это все дело выглядит у нас в английском варианте. В английском варианте эта фраза звучит так. Max length per hole. То есть length это и есть отрезы нитей. А как мы помним, если мы зайдем опять-таки в расчет расхода нити, посмотрите thread length, то мы вспоминаем, что у нас подсчет расхода нити исключительно в метрах. Из этого я сделала вывод, что длина отреза нити, она соответствует мере длины, то есть 1 метру. Я переключилась на русский язык, то есть я ставлю такую величину, что на каждое отверстие у меня будет 8 отрезов нитей по 1 метру. Ну вот, вроде бы к самым сложным разделчикам разобрались. Переходим в следующий раздел. Что здесь можно отрегулировать? Первое, что здесь можно отрегулировать, это количество карт на листе. Что такое карты на листе? Это планшетки. Как я говорила, по умолчанию у нас стоит альбомная ориентация. Дэйв решил, что поместится 4 планшетки. Причем эти планшетки можно регулировать по ширине. Вот второе смещение 60 мм. То есть ширина каждой планшетки 6 см. И на стандартном листе вмещается 4 планшетки 6 4,
24. Оставим 60 мм ширину каждой планшетки. Но хочу сказать, что при такой вот ширине у нас названия цветов могут не уместиться. Самое оптимальное размер планшетки – это 7 см, как я уже делала в своем органайзере. Тогда у нас название цветов не наезжает на вторую планшетку, если у нас будет несколько планшеток. Но я опять-таки оставляю все как есть. Все настройки оставляю по умолчанию. И сейчас мы можем посмотреть, какой же у нас органайзер в результате настроек по умолчанию получился. Для того, чтобы его просмотреть, кликаем на кнопочку «Экспорт». У нас появляется вот такое вот окошечко. И здесь мы можем уже все внимательно рассмотреть, что и где у нас как расположено. Кстати, вот при сохранении схемы здесь почему-то появляется вверху какая-то накладка с названием. Видите, органайзер. Вот не знаю, то ли баг этой программы, то ли что, но имейте это в виду. Итак, вот у нас название. И вот у нас вот меточки вот эти вот маленькие-маленькие. Вот у нас точка 0 – это номер. Далее у нас идет название. И левее у нас идет на расстоянии 6 мм патчик с цветом. И на расстоянии 10 мм, то есть 1 см, у нас идет символ. И как мы видим, здесь еще Дэйв делал смещение вверх. В принципе, у него все как бы так продумано в этом смысле. Теперь смотрим насчет нескольких количеств отверстий. Вот посмотрите, у меня Blend 828 плюс 827 отображается два раза в моем органайзере. И опять-таки смотрим, у Blend нет названия. Ну и вот если мы здесь посмотрим внимательно, в данном случае у нас одна планшетка на другую или наезжает. В общем, непонятно, как тут с шириной планшеток. Можно поставить 70. Тогда наездов не будет одной планшетки на другой, если мы хотим еще иметь название цветов. После того, как мы просмотрели, мы можем сохранить органайзер в формате либо PDF под каким-либо названием, либо в формате JPEG. Но остальными я вот не пользовалась. Я пользовалась форматом JPEG. И, кстати, его можно в дальнейшем преобразовывать в каком-либо графическом редакторе. И что я с этим делала? Я вам расскажу уже, когда я буду рассказывать про свой органайзер. Я его в дальнейшем редактировала в Photoshop. Мы все внимательно подробно рассматриваем. Давайте мы еще посмотрим, какие же варианты органайзера можно придумать с помощью настроек по умолчанию. Давайте мы уберем цветовые патчи, названия цветов и поставим номера по порядку. И посмотрим, что же у нас получится. Итак, вот у нас такой вот органайзер получился. То есть мы видим, у нас вместо номеров порядковые номера цветов. Каким образом они у нас расположены в рабочей нашей палитре. Ну, это я вам демонстрирую вариант органайзера без меток для отверстий. Вот таким образом он выглядит. Ну и напоследок давайте еще просмотрим один из вариантов. Я сместила символ на 5 мм левее названия и не используя цветовые патчи. И посмотрим, какой же органайзер у нас получается. Вот такой вот органайзер у нас получается. Просто символы рядом с цветом. Хотя я, наверное, бы символы опустила немножко ниже, чтобы они у меня соотносились с номером. Вот я убираю смещение и смотрю. Вот так вот мне больше нравится, то есть без смещения. Вот такой органайзер можно сделать с настройками по умолчанию в альбомном формате. А вот перед вами заготовка органайзера, который я придумала, который можно сделать с помощью настроек в программе Krustich Pro. Из чего я исходила? Я опять-таки исходила из того, что я буду делать отверстия дыроколом. Вот у меня специально все сделано для того, чтобы сделать правильные отверстия в правильных и нужных местах. Когда я делала органайзер для PTMaker, я выяснила, что расстояние между штриками дырокола 8 см. И отступ от края листа равен 10 мм или 1 см. Именно исходя из этих расчетов я и делала свой органайзер. И потом я уже распечатывала многократно свои заготовки и пробовала, подходят ли мои настройки для того, чтобы сделать правильные верные отверстия с помощью дырокола. Как вы видите, для меток для отверстий я использовала просто-напросто патчики. И вот сейчас я вам расскажу, каким образом можно изменить настройки для органайзера, чтобы получить такие вот заготовочки. Как видите, они у меня уже с линейками, то есть можно клеить на картон, брать ножницы и разрезать, и делать рабочий органайзер. Ну, для того, чтобы продемонстрировать свой органайзер, я поместила лошадку на цветочный лук. Это для того, чтобы у меня увеличилось количество цветов. В данной схеме у меня теперь уже 20 цветов. И далее переходим к настройке органайзера. Итак, верхний колонтит. Смотрим внимательно, какие изменения я здесь несла. Ну, я предполагаю, что все-таки некоторым товарищам захочется иметь
иметь название какое-то наверху. Поэтому я оставила возможность иметь название. И что я здесь поставила? Я здесь изменила позиционное начало названия. Итак, позиция там, где у меня начнется распечатывать все то, что я хочу поместить в верхний колонтитул, 10 мм сверху, 10 мм с левого края. Не забываем, что я поменяла ориентацию. Я сменила альбом на книжную. Обязательно здесь ставим точку. Далее нижний колонтитул. Опять-таки я тоже изменила все позиционно. Здесь я поставила 10 мм, а здесь 285, что соответствует стандартному листу. На всякий случай написала вниз, чтобы проверить, правильно ли я это сделала или нет. Далее самое интересное. Во вкладочке нити. Итак, что я оставила? Я оставила цветовые патчи, название цветов. Название цветов можно убрать. Я брала метки для отверстий, соответственно, я не используемые цвета. И далее я определилась количество нитей на отверстие. Для меня это 8 нитей. То есть 8 нитей по 1 метру. И далее, как я позиционировала каждый цвет. Итак, первый цвет у меня будет на расстоянии 20 мм от левого края, 20 мм сверху. Далее мне нужно сделать отступ первого цвета от второго. Как я говорила, с помощью дырокола есть возможность сделать сразу 2 отверстия, что я активно использую. И поэтому, когда я еще делала свой органайзер Puppy Maker, я поняла, что самый оптимальный вариант между цветами будет 2 сантиметра. То есть поначалу я поставила здесь отступ первого цвета от второго 20 мм, как я делала это в программе Puppy Maker. Но когда я потом уже распечатывала этот органайзер и делала отверстие, то у меня почему-то не все хорошо билось. И когда я поменяла с 20 мм на 21, у меня отверстия стали биться так, как надо. Далее смещение символа. Для символа я оставила вот такие вот значения. То есть у меня будет символ смещаться на 5 мм влево и цветовой патчик. Цветовой патчик у меня стоит так, чтобы можно было бить дыроколом с отступом 10 мм. И размер патчика тоже я рекомендую оставить 4 на 4 мм. Это самый оптимальный вариант. Нити на карте. Нити на карте я оставила 13, то есть на планшетке. И еще нужно делать соответствующие настройки на последней вкладочке. Итак, какие настройки я здесь изменила? Я решила, что на каждом листе у меня поместится 3 планшетки, поскольку ширина одного стандартного листа, я имею в виду А4, 210 сантиметров. Поэтому я решила, что на каждую планшетку у меня уйдет по 70 миллиметров, либо по 7 сантиметров, что я и сделала. Я установила второе смещение на 7 сантиметров. После того мы смотрим, что же у нас получается. А получается у нас вот такой вот органайзер, но он без линий. Можно отправить на печать и потом прочертить линии в нужных местах и пользоваться. Но я решила, что я могу сделать это в программе. Поэтому что мы делаем? Я сохраняю эту заготовочку в формате JPEG и затем буду чертить линии в Photoshop, поскольку Paint для этого не годится. В Paint можно работать в пикселях, а в Photoshop можно работать в миллиметрах и сантиметрах. Именно поэтому я пользуюсь Photoshop. Итак, я свою заготовку для органайзера открыла в Photoshop. И теперь мне нужно в нужных местах нарисовать линейки. Итак, что мы для этого делаем? Нам нужно показать линейки. Для этого мы в меню просмотр кликаем на линейки. И здесь обязательно мы выбираем меру длины либо миллиметры, либо сантиметры. Я выбираю миллиметр. И я еще для наглядности, что поставлю? Я поставлю сеточку обязательно. Ну, вот таким вот образом. И когда, кстати, я первый раз все это дело проставила, я вдруг смотрю, а у меня разметка совершенно не совпадает. Посмотрите, я, например, на первую планшетку выделила 70 миллиметров, а у меня тут 250. Я долго ломала голову, почему разметка моя не совпадает с разметкой Дэйва, и поняла, что у меня размер изображения не совпадает со стандартным листом. Поэтому после того, как мы все это дело сделали, кликаем в меню изображения на размер изображения. И здесь можно изменить размер изображения. Находим здесь лист А4 и говорим «Окей». И после того, как я это проделала, у меня разметка стала совпадать. Вот посмотрите. Сейчас мне что нужно сделать? Мне нужно здесь провести 2 линии. Одну линию на расстоянии 70 мм от левого края листа, вторую на расстоянии 140 мм, то есть 7 и 14 сантиметров. Итак, что мы для этого делаем? Для этого я буду использовать инструмент линия. Вот посмотрите, он здесь находится. Кликаю на этот инструмент. Здесь выбираю режим пиксель. И опять-таки мне нужно выбрать тот цвет, которым я хочу рисовать мою линеечку. Выбираем любой цвет. Давайте синенький, может, выберем. Итак, я выбрала цвет. И здесь можно установить толщину нашей линии. Есть 0,04 сантиметра. Если будете брать больше, она у вас получится просто толще. Далее удерживаю клавишу Alt.
приближаю свое изображение, чтобы все было четко видно вам. Далее, смотрите, я кликаю на своей клавиатуре на кнопочку Shift. Кликаю на то место, где я хочу видеть линию, она мне будет автоматически рисоваться в том месте, где мне надо. И посмотрите, она у меня сама проводится вертикально вниз, и она у меня того цвета, который я хочу видеть. Я провела первую линию, и затем я провожу вторую линию. Действие аналогично. Удерживаю клавишу Shift, провожу линию. Всю линию я провела. Далее я сохраняю свой файл, допустим, либо под этим же названием, либо под другим названием. В общем, либо я его сохраняю, либо я его просто-напросто отправляю на печать. В фотошопе можно сохранять в различных вариантах. Можно и в формате PDF сохранить. Ну, вот таким вот образом выглядит моя заготовочка вне фотошопа, вне программы. Ну что ж, на этом я свой урок по созданию своего органайзера в программе Krustich Pro заканчиваю. До новых встреч, до новых уроков по кроссу. И не только, конечно, по кроссу. Всего доброго и ровненьких вам крестиков. Красивых, конечно же, удобных органайзеров.